Здравствуйте, высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Подача декларации о доходах. Некоторые депутаты областного парламента не прочь избежать процедуры. В Кировском районе Волгограда электрические линии наружного освещения оказались в руках частника. Сказку сделать былью. В Волжском начали печатать 3D-детали по заказу крупнейших компаний. Кадровые решения мэрии Волгограда. Своих должностей лишились несколько руководителей. Сегодня в администрации Волгограда своих должностей лишились сразу несколько руководителей. Из должности председателя комитета земельных ресурсов уволена Анна Мартынова, назначенная на эту должность 31 декабря 2013 года. Покинул свое кресло по собственному желанию председатель комитета по градостроительству и архитектуре Александр Моложавенко. И без объяснения причин в одностороннем порядке расторгнут договор с руководителем департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов Юлией Талалайкиной. Постановлением главы администрации Волгограда Александра Чунакова сегодня же главным архитектором Волгограда стала Елена Прохорова, которая ранее работала в комитете по градостроительству и архитектуре в должности начальника отдела. На должность руководителя департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов назначена Татьяна Ларина, работавшая до этого заместителем руководителя департамента. В кромешной темноте однажды вечером может оказаться половина Кировского района Волгограда. Более 7,5 лет назад 86 электрических линий наружного освещения у муниципального предприятия «Банкрота» по договору купли-продажи приобрел индивидуальный предприниматель по фамилии Ванин. Фактически здесь у Ванина даже больше получается опор освещения, чем у муниципального предприятия на сегодняшний день. Иногда возникают вопросы шантажа в части того, что вот мы вам отключим эти опоры. Соответственно, безусловно, населению трудно будет объяснить, как это так вдруг в Кировском районе, представляете, более чем 50% освещения вдруг взять и выключить. То есть город ему готов самопредоставлять субсидии на возмещение затрат и готов оплачивать электроэнергию приобретенную, но категорически отказывается исполнять свои обязательства по договору. С 2008 года городские власти пытаются через суд обязать бизнесмена Ванина исполнять условия договора. Судебные тяжбы идут и по сей день. Чтобы не оставить полрайона в темноте, фонари на принадлежащих частнику световых опорах зажигают городские службы. По словам властей, бизнесмен не несет расходов на содержание объектов, но ежегодно получает стабильный доход. Подробности ситуации в итоговой информационной программе «Воскресенье» на высоте 102. Депутаты Волгоградской областной думы не проголосовали за поправки в областной закон, касающиеся ежегодных отчетов народных избранников о своих доходах. Парламентарии должны были привести местный закон о статусе депутата Волгоградской областной думы в соответствии с последними изменениями в федеральных правовых актах, но нардепов насторожило отсутствие конкретной формулировки в документе. Какие именно депутаты, согласно закону, ежегодно предоставляют декларации о своих доходах? Только те, которые занимают государственные должности или абсолютно все? Напомним, в действующем созыве облдумы только 14 из 38 депутатов получают зарплату, остальные работают на непостоянной основе. Здесь ни трудовых книжек нету, ни чего нет. Люди работают в других местах. Почему они должны сюда сдавать декларацию? Я думаю, что здесь совершенно справедливо будет предоставлять декларацию только тем депутатам, которые получают зарплату. Между тем, в федеральном законе четко прописано, что граждане, имеющие статус депутата, декларацию о доходах предоставлять должны. Но в Волгоградском регпарламенте проект закона не набрал нужного числа голосов и был отправлен на доработку. Сегодня в Волгограде завершается масштабный рейд по проверке тонировки стекол автомобилей. Только за один час в Дзержинском районе Волгограда инспекторами ДПС было остановлено 17 транспортных средств с нарушениями. Всего за три дня рейда водителям 112 автомашин пришлось снять тонировку со стекол на месте. Кроме того, нарушителям был выписан штраф в размере 500 рублей. В Волгограде на территории Ворошиловского и Краснооктябрьского районов города оперативники накрыли 2 игровых клуба. Изъяли 32 игровых автомата, а также документацию. Возбуждено уголовное дело в отношении организаторов игорного заведения. Примечательно, что в Краснооктябрьском районе казино, которое им принадлежит, ранее уже закрывалось. Но снова начало свою деятельность спустя несколько недель, несмотря на то, что оборудование было изъято. Санкция статьи «Незаконная организация и проведение азартных игр» предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Канун 70-летия Победы. Поднимаясь на Мамаев курган, горожане и гости Волгограда традиционно прочтут патриотическую надпись из прошлого «За нашу советскую родину СССР». Жительница Волгограда Тамара Ивановна Карпова ежегодно, вот уже 20 лет, обновляет белые буквы на ступеньках памятника ансамбля на Мамаевом кургане. Для нее это, как она признается, дело особой важности. Поэтому каждый год в начале мая она покупает краски и кисти и едет на главную высоту России. У меня своя любовь к родине. Я очень любила Советский Союз. Я очень любила всех наших жителей. Наша страна победила фашизм. В защите Сталинграда участвовал мой дядя, который и погиб здесь, защищая Волгу. Ему было всего 17 лет. Он похоронен здесь, на Мамаево кургане. Подробнее об истории Тамары Карповой на высоте 102. В Волжском здании научно-технической библиотеки открылся первый в Волгоградской области центр трехмерных технологий. Дизайнерские вазы, рекламные макеты, бижутерия – все это можно получить на 3D-принтерах, которые создают молодые инноваторы. Можно сделать, к примеру, изделия для мясорубки, так как все мясорубки у нас являются импортные. И, к примеру, для конкретной мясорубки найти трудно узел какой-нибудь пластмассовый, детальку, шестеренку. И можно ее смоделировать на компьютере и распечатать на том же принтере и заменить. Вообще это творить на нем можно что угодно, что душе взбредет. Пластики разные, материалы разные, и мысли тоже у людей разные. Возможностями талантливых волжан уже заинтересовались крупные компании. В настоящее время оформляется право интеллектуальной собственности на первую 3D-продукцию для таких компаний, как «Роснефть» и «Газпром». На этом все. До свидания.